Международная выставка образования нашла продолжение в Уральске. Представители 50 ведущих мировых вузов рассказали местной молодежи о возможности получения образования за рубежом. Сегодня в Казанском театре драмы имени Хадиши Букеевой собрались сотни молодых людей Приуралья. Все они изъявили желание получить качественное высшее образование в иностранных вузах. Специалисты ведущих университетов Соединенных Штатов Америки, Европы и стран Содружества независимых государств дали им всесторонние консультации, как это сделать. В частности, разъяснили пути платного обучения и грантового. Главное условие для каждого – это свободное владение языком международного общения. Затем проверяется уровень знаний. Гранты можно получить трех категорий. На сегодня в иностранных вузах обучаются около 150 тысяч казахстанских студентов. Для молодежи нашей страны ежегодно увеличивается число грантов. По мнению экспертов, в ближайшие 5 лет число казахстанцев, обучающихся за рубежом, вырастет в 2,5 раза. Такой уникальной площадки не было ни в Центральной Азии, ни в странах СНГ. То есть на этой выставке участвовало более 300 вузов. Выставка стартовала официально в Нур-Султане. Школьник не только может получить образование, консультацию, также может получить какие-то определенные направления, на какие экзамены они должны быть подготовлены, да, чтобы получить определенные гранты. Не обязательно учиться на английском, можно и в Польше на польском бесплатно обучиться, в Чехии на чешском, либо в Китае на китайском и так далее.